Гоша, Гошенька, Гоша, ко мне. Ой, моя умница. Доброе утро. Какой красивый мальчик пришел. Гошенька. Ну вот, на камеру чухайся. Бескультурье. Гоша, поздоровайся со всеми. Молодец. Гоша пришел отвечать на ваши вопросы. Какие вы ему зададите вопросы? Давайте. Он любит девочек. Хот-дог. Хот-дог по девкам, по бабам. Мальчик, да? Хороший мальчик. Гошенька. У Гошеньки и волчонка самое хуже растут волосы после того, как побрили шерсть. Гоша, кто там по лестнице кто-то шел, да? Ты слушаешь? Молодец, ты как собачка. Соседи тебя в мешок заберут. Нет, я убегу. Это кто тут пищит? Они меня не слышат. Я слышу. Топают, да? Топ. Я все слышу. Солнце вышло. Ага. Да? А вот друг маленький, красивый. Пришел уже с улицы. Юлечка сегодня с ним гуляла долго. Теперь, почему волчонок хромает? Юля, расскажи. Скажи, наконец-то. Волчонок в детстве. Не смотрят видео, потом задают вопросы. Почему? Ну, может, люди новенькие не знают. Да. Волчоночек в детстве получил травму. Ему переломали ножки и выбросили в мусорный контейнер. Он хромает. На обе. Одна ножка хорошо срослась, а другая плохо срослась. Он хромает с детства. Теперь шишка у него на ноге. Почему эта шишка? Мы не знаем. Мы его когда взяли, уже, ну, ехали с ним с Украины, уезжали. Эта шишка у него была. Ветеринар посмотрел, проколол эту шишку. И он сказал, если бы шел гной, да, то... Ну да, или гной, или кровь, или что-то такое. Ничего такого подобного нет, говорит. Поэтому, если она не растет, лучше ее не трогать. Что это за шишка, поэтому, если она ему не мешает, он кушает, у него аппетит есть, он гуляет, то, говорит, не надо, то есть операции никакие, вот это вот вмешательства какие-то там операционные, ничего этого трогать пока не надо. Вот ну да, он прям засунул так иголку и, ну, говорит, да, он да. Пошел бы гной. Со шприцами. Да. Поэтому, как говорит ветеринар, как нам посоветовал, два раза мы обращались с этой шишкой к ветеринару, и вот как он нам сказал, так, ну, то есть, я думаю, что человек с образованием знает лучше. Она у него и не растет, и не уменьшается, вот как-то так. И он лежит и на том боку, и на да, том боку. Да, и на ней лежит, и как-то... Волчоночек. Нам что, надо купить только ногти, да, подстричь? Да. Надо купить что-то... Но мы в этом месяце купим. В этом месяце купим, да. Ну, а где? Надо же подобрать какие-то... Да что-то я смотрела, вот где, в каком магазине. В ветеринарном вот это, где корм покупала. Мне не понравилось, не понравились. Сколько а стоит? Вот 8 с чем-то. Ну и выйдики тоже 8 с чем-то. А где-то понравилось? Да, вот не помню, где я видела. Мне не показались такие мощные. Ой, ты моя куколка. Еля сегодня пришла, говорит, какой ребенок золотой. Он, говорит, попадет в рай. Да, вообще послушный, умничка. Не этот, собаки идут, я ему говорю, давай в сторонку пропустим. То есть нормальный ребенок, не какой-то такой... Скажи, потому что у меня нормальная здоровая психика. Моя умница. А тут мы идем, собаки на нас так. Он смотрит на них, думает, прошибленные. А что ты не кушаешь? А? Он уже покушал. Сигареты покурил? Что-то он плохо покушал. Не хочет. А тут корм вообще не хочет, это что с банки. Жаль, там осталось в этот, но я его, наверное, выкину. А он такими большими кусками, да, как соевый или что-то такое, да? Ну да, да. Он его что-то и не ест. Полбанки он съел, а полбанки нет. Ну, надо выкинуть, да? Нафига она надо? Он сегодня рыбку будет кушать? И рис. И рис. Чуть-чуть рыбку ему пропалят? Хэк! Ой, мы ему подавали бы ему пищу бы постоянно, ну, такую варили. Мы же дома ему варили, и курицу варила я с кашей. Здесь у него что-то слабит желудок. Животик слабит. Да, мы ему сразу кашу варили, а что-то, да? От курицы вообще, да, капитально? Ну, я не знаю, что. А вот корм нормально. Мы поедем еще купим ему этот мешок корма. Другого. Да, он его получше ест. И все. Хороший мальчик. Я сейчас буду чай попила, помоюсь, голову помою. Хотите, я вам покажу, какие у нас цветы есть? Не надо им показывать.
Юля говорит, она не накрашенная, страшно. Я не накрашенная. И накрашенная, я накрашенная красивая. И не накрашенная еще красивее. Тогда я вам покажу, какая она красивая. Вот какие цветочки. Какие цветочки, все поубирали. Не убирали, а убирала. Да, все подвигала пылесосом. Наверное, много электроэнергии затратила. Потому что у меня пылесос практически вчера целый день работал. 3 комнаты. Пока все-все подвигала, все попылесосила, диваны попылесосила, стулья попылесосила, у себя попылесосила. Вот так. А потом я вам сейчас расскажу. Пошла на улицу, приходит заплаканная. Я говорю, что ты плачешь? Она говорит, ты меня не слушаешь. Ну да. Я говорю, я старше тебя. Я надела ее куртку, она такая холодная. Вся спина у меня замерзла, как собака. Я говорю, ты вообще в своем уме? Я говорю, так ходить, говорю, голыми. Потом, говорю, неизвестно, что это, какие-то болячки на нас цепляются. Так вообще расстроилась. Так я говорю, я тебя старше, я тебя слушать не должна. Она мне говорит, ты зато тупее и глупее. Правильно я говорю. Ой, зачем мы такие пироги? Вот. Кружку отдала животным, а сама пьет с банки. Кружку отдала, пойду себе куплю. Эта кружка большая, а вот эти все кружки маленькие. Надо вот среднюю между большой и вот этими малышами выбрать мне такую кружку. Я видела, но мне не понравились сама, там, рисунки такие, не какие-то. Такие сердечки я не люблю. Если просто белая была. У нас вчера шел проливной дождь ночью. Мы с волчонком гуляли. Да. Сегодня шел ночью снег, скользко. А ну знаешь такое, как ты, когда вот в горку так, с горки или в горку, да-да. Показывают -2. Нормально. Такая погода, ветер, ну он как бы сказать, знаете, холодный, прям холодный. Это бывает такой ветерок тепленький, а это холодный ветер. Смотрите, вон коробочки стоят. Я вам потом покажу, что там коробочки. Ой, в общем. Юля довольна, Лариса довольна. Мне очень понравилось, и там, в общем, зацените. Вот это вот, которое пришла посылочка, мне понравилось, в общем, для души. Чего вот это вот? Я вот это постоянно затыкаюсь, заикаюсь, потому что я постоянно нервничаю. Я на нервах постоянно. Да, Юля какая-то нервная. Я нервничаю. Надо пить валерьянку, пить коньяк. Надо пойти что-нибудь. Лариса специально к Юлю спаивает и скармливает. Это мы шутим так. Ничего вы не понимаете. Ну, кто меня может заставить, если я этого не хочу? Ну, кто? Никто мне никогда ничего не может заставить. Ну, здрасте, мы можем тебя связать и насильно мучать. Я сама всех свяжу и буду мучать. Вас связывать не надо, вас можно вот так мучать. В общем, такие пироги. Все, пошла, потом поплакала на улицу. Нам пришла Лариса, короче. Вставай мне пистон оставлять. Я говорю, отстань. Нельзя ходить в таких куртках вообще, я просто ужас. Она и в летних куртках ходит. Это какая-то она такая, знаете, ну, когда весна вот начинается только, вот можно ее одевать, когда солнышко пригревает. Ну, не понятно, -2. Ты пуховик одела и не вылазишь с него. Ты б, наверное, и спала в пуховике. Ну, ничего, зато он теплый, нормально, я одеваюсь. Да, я представляю, если бы я в пуховике была, мне бы так жарко было. Какой жарко, если на улице минус? Какой жарко? Ветер ледяной, да. Ледяной. Сыночек, а чем ты занят? Нагреб полную лапу. Выпадает с лапы. За ложку. Ромашечек, сыночка мой золотой. Ложка нужна, ложка? Тебе что, ложечку, вилочку? Ложку. Он знает толк где. Ну, не продолжай дальше. Ноль эмоций. Не отвлекай. Ромашечка, сыночек, не отвлекать тебя. Что ж ты там достаешь, интересно? Это кремовую кашу с мясом. Боже. Да хоть посмотри в камеру. Нет. Хоть поздоровайся. Хочу.
Хоть один ты в семье будь нормальным. Нет. Хочу. Дай на него это вообще. Я как все. Это что-то с чем-то. Такого я от него еще никогда не видел. Ромашка. Ромашечка, я тут, вот я сижу на диванчике. Ромашка. Ромашка. Маленький мой. Ку-ку. Привет, ку-ку, Маруся. Ку-ку, мой мальчик. Манечка, деточка моя голодная. Зайчик мой. Корм закончился, приходится есть все, что дают. Гречку с мясом. Завтра будет корм. Завтра будет вкусный корм. Если я на вас как гляну. Потерпи чуть-чуть. Ешь гречку. Гречка тоже полезная, кстати. Скажи, мне такая полезность не надо. Я люблю корм мокрый. А мне его перестали давать. Да, корм перестали давать, потому что он слабит тебе желудок. Ничего, я вам отомщу за все. Не знаю почему, но что-то мокрый корм. Ромашки слабит желудок. Угу. А такой сухой для привередливых закончился. Дойдем. Все, он даже в камеру не хочет смотреть. Все, не модель. Ромашечка, скажи чао. Чао, крошки.